Ребятушки, всем привет! Ну что, в очередной раз по вашей же просьбе я еду в очередной магазин морской аквариумистики, дабы сделать годный обзор на магазин, на коральчики, что там продается. Так вот, как вы догадались из названия, это Калипсо. То есть это не магазин, это большая аквариалка. Это первый видос на моем канале про Калипсо, хотя ранее я там был пару лет назад, еще до их переезда. Покупал там всяких морских гадов, рыбу, кораллы. Ну, тогда активную блогерскую деятельность я не вел. Так вот, сразу хочу сказать, отгрузите мне сразу же вагон лайков, дабы меня поддержать. А с меня годный обзор на данную аквариалку. Погнали, посмотрим, что там у них есть. Thank you.
Макс, привет. Привет, Дим. Слушай, сориентируй подписчиков по ценам. Что у нас есть интересного и по каким ценам? Давайте посмотрим. Ну, мы находимся рядом с баночкой, где находятся фраги и уфилей. От лягушачьих, молоточковые, пара анкора, анкоры, факела. Угу. Ну, приблизительные цены, вот если мы видим тут вот лужайку целую, пара анкор молоточковых. Тут цена идет не за голову, а за фраг. Есть по одной, по две, где-то по три головы. Ну, скажем, я не знаю, так видно. Вот эти ребята по 3500. Вот эти ребята по 3, вот фиолетовые. Тут, соответственно, тоже можно видеть фиолетовые по 3. Ну, есть, которые еще пока в стадии зарождения, скажем так. Вот желтенькие фраги по 6000 рублей. Тут же рядом с ними по 3500. Вот этот яркий, тут 2 или 3 там головы, 4000 этот фражек стоит. Примерно так. Лягушачья икра, вот эти два куста по 6 тысяч рублей, вот эти два куста по 5 тысяч рублей. Вот тот желтенький, там две головы, он 8 тысяч рублей. Скажем так, вот этот вот большой, он 8 тысяч рублей. Ну и там на заднем плане мы видим молотки анкоры. Они 10-12, ну понятно, большие, что маленькие. 10, побольше 12 тысяч рублей. Есть факела. Эти факела по 4 тысячи за кустик. Тут тоже мы видим фраги. Вот тот вот прям вообще большой, там 3, наверное, головы в нем. Ну, угу, наверное, точно видим, что 3. 2 головы. Ну, соответственно, 2 головы. А вон те, вон дальние, плохо видно с розовыми. Розовые. Ну, да, цену могу сказать, но почему они дальние? Потому что их ждут отправки. А они по 5 тысяч за кустик. Угу. Тут же симфилия расположилась. Симфилия будет стоить 13 тысяч рублей именно в этом исполнении. Также у нас, если мы с тобой развернемся, целая баночка, огромная баночка. Ну, наверное, ты уже поснимал, может, еще поснимаешь. Это новая у нас свежая поставка. Пришли ночью. Ну, то есть с момента, как мы с тобой снимаем, прошло, наверное, часов 5-6, как мы отсюда убежали, вот вновь прибежали. Ждем цены на эти кораллы, ждем сейчас свежий прайс. Ну, так примерно могу сориентировать, плюс-минус, ориентируясь на прошлые цены. Угу. Ну, скажем, вот целая лужайка фунгий, цены начинаются от 4 и до 10, в зависимости от размера, цвета. Плашечки, вот тарелочка развернулась зелененькая. Вот, оранжевые будут порядка 6-8, цветные в районе там 8-10, но я говорю, это цены немножечко размытые, так как ждем свежий прайс по новой поставке. Тут мы видим тубастреи. Прикольные, кстати, цвета. Я не знаю, насколько передает там у тебя. Также лобофилии. Лобофилии будут порядка 6-8 тысяч. Разноцветные. Вот красно-зеленые, желто-зеленые, оранжевые. То есть разные цены. Есть мелкие симфилии, они будут порядка там 5-6 тысяч стоить. Крупненькую показали по 13. Вот. Также есть трахофилии, велосифилии разноцветные. Тут порядок цен будет начинаться от 5 до 12, в зависимости от размера. Ну, допустим, красная маленькая плюшечка, я думаю, где-то в районе 6 тысяч будет стоить. Тут также мы видим бласты. На сегодня пришли небольшие фраги, но они прикольные, на мой взгляд, вот редкие, встретишь цвета. Этот фраг будет стоить от где-то, наверное, порядка 80 тысяч. 8-10. Так, а вот это вот каталофилии, там, я смотрю, их много, прям такая колония. Каталофилия, ну, да, тут либо их много, либо она такая одна здоровая. Нет, это одна все-таки день. Смотри, это, видишь, какая огромная мощь, сила, ну, энергия. Ну, она будет в районе, наверное, 15, но могу ошибаться. Опять-таки ждем прайс. Такое большое, но сложно оценить. Вообще, каталофилии, вот, они в ассортименте еще. Вот это тоже будет красиво, фиолетово-зеленое. До конца раскрылось, вот я пушу. Порядок цен будет начинаться где-то от 7, в зависимости, понятно, от размера, цвета.
Вот. Фантазировать мы можем многое, но да. Будет прайс. Тут же вот был саму Сомерлетти расположилась, прям большой камень зелено-фиолетового цвета. Ну, такой камешек, ну, я не знаю, в районе 8 тысяч будет стоить. Рядом турбинарии расположились, тарелочки. Порядок цен на них начинается где-то от 5 тысяч. Но, опять-таки, это может быть и 4900, и 5500. Да, да. Ждем цифры. Вот, посмотри, тапок, ну, в простонародье так его называют. Интересно. Вот вообще, я сначала подумал, что это что-то из мягкого, да? Да, да. Или даже похоже на морской огурец пушистый такой. Ну да, на самом деле это вот на косточке. Ощущение, вот когда течение идет, ощущение, что он двигается куда-то. Поэтому тапок. 4000 рублей стоит он. Можем перейти, наверное, на ту сторону, да. Чтобы показать тут. Ну, гнеопоры, альвеопоры пока еще в закрытом состоянии, это понятно, ребята пришли, с дороги. Да. Здесь симфилии располагаются. Тоже я говорю, красивые. Порядок цен от 7 до 13 в зависимости от цвета размера. Угу. Тут тоже ряд плюшечек. Причем, вот, посмотри, какая красивая велсофилия. Ну, не до конца еще распушилась, открылась, но такая структура ее кости очень интересная. Вот плюшка. Ну, такая вот большая плюшка будет стоить, я думаю, рублей 1012. Надо правильно выражаться. А так, да, порядок цен будет начинаться где-то от 6000. Ну, есть прям совсем мелкие, думаю, это, возможно, будет и 4000 рублей. Ну, вот они прям очень яркие, очень красивые. Да, вот лисий коралл, это вот этот. Угу. На него порядок цен от 3,5, тоже в зависимости от размера кости будет стоить. Но он недорогой, там от 3,5 до 5, но здесь, я думаю, они могут быть все по 3500. А вот там вот за лисим желтые вот эти вот, вот это? Да, забыл, как они называются. Это... Лобофитум, лобофилия. Лобофилия, это мягкая. Лобофилия, порядок цен на них от 5000, но тоже в зависимости от размера, от 5 до 8 тысяч будет стоить. Угу. Фави, такой вот фраг, я думаю, будет стоить, ну это камень прям, это не фраг, это большой камень, да, он будет в районе 10-12 тысяч стоить. Также каталофилия, вот мы видим тут у нас на горизонте, как и там. И вот посмотрите, классные кусты альвеопор. Да, такие прям. Ну, они тоже будут вот это. Колонии. Прям колония, да. Тут головы по 3-4. Даже где-то и больше, я вижу. Ну, тоже по ценнику сложно сейчас прям сказать. Я думаю, 4-5-6 тысяч за колонию. Гониопоры пока еще закрытые. Но что-то интересное будет вон. На тот смотрю, желтые серединки, должно быть яркие зеленые кончики. А пойдем теперь к акропорам сходим, посмотрим. Ну что, у нас по акропорам, я смотрю, тут прям тоже колонии такие, будь здоров. Будь здоров, да. Акропоры как бы были в наличии, но когда приходит новая свежая поставка, понятно, тут изобилие цветов и разных видов. Каждый куст акропоры будет стоить 15 тысяч рублей. Угу. Акропоры аквакультуры, видимо, они на плашках. Есть поменьше, есть побольше, но в целом ценник будет примерно такой на все. То есть все, что вот на плашках к вам приходит, это все именно аквакультура? Аквакультура. Ну, мне кажется, все равно это такое условное название аквакультуры, потому что ребята все это растят в море. Приклеили на плашку, передержали, увезли в море, через какое-то время съездили, забрали, и вот вам, пожалуйста. Ну, собственно говоря, живая природа, понятно, что делает чудеса в искусственных условиях. Я думаю, что такого варианта добиться. Хотя есть много ребят, которые в домашних условиях прекрасно выращивают акропоры. Но это все-таки кораллы не для новичков и для более опытных уже моряков. Да, это сложный СПС-коралл, где требуют внимания и параметры воды, отдельный уход. Хотя приходят у нас тут разные и говорят, да, у меня поставил шик-пык вместе там с кустами. Синулярии растут и акропоры. Ну, это шутки, конечно. Ну, а вообще, в основном моряки-новички что больше берут?
А ты имеешь в виду кораллы? Кораллы, ну, да. Это, конечно же, мы можем с тобой продвинуть. Конечно. Это, конечно же, вот. Вот этот огород с мягкотой, грубо говоря, могут расти в болоте. Ага. В основном новички заполняют яркими цветными мягкотой, мягкими кораллами. Радактисы, слоновье ухо, вот есть синенький, есть зеленый. Бриариум, прайслинг, где он? Вон он, нет, это радактис волосатый. Бриариум, который к коврикам и быстро очень растет. Ну, то есть новичку хочется сразу видеть прям результат, поэтому они берут то, что интенсивно разрастается. Сначала не понимая, а потом идут, ой, а вам не надо ксении пульсирующей случайно, ведро целое, а то у меня все заросло. Или тот же бриариум, вам не поделиться, не надо вам принести. Ну, в общем, понимание у всех приходит со временем, с опытом, когда человек начинает заниматься, начинает изучать, да и вообще видит, что происходит у него в системе, конечно же, делает какие-то свои выводы. Тут так, кстати, тоже много Навального, еще ревизию не провели, пришли большие сарки, саркофитоны, вот прям огромные, мощные, да. Радактисы различные, зеленые, красные, где-то тоже синие были. Пришли, что тут, что-то по зонтикам, пришли синулярии дуры, вот они больше, наверное, с той стороны. Вот, ну, собственно, стандартный набор мягких кораллов, это радактисы, рикардеи. В принципе, у вас в наличии всегда любые кораллы, хоть для новичков, хоть для бывалых моряков, да? Ну, можно так любой сказать. Любой вкус, ну, и цвет, и выбор. Конечно же, бывают между поставками перерывчики, и спрос бывает очень бешеный, когда полочки и пустые бывают. Сегодня с тобой посчастливилось поснимать в тот момент, как раз когда поставка когда была. Хотя была мы с тобой поставка, на тот момент, когда договаривались о нашей встрече, мы не понимали, что будет поставка. Ну, ты можешь заметить, что в прошлый раз, когда встречались, не столько. Ассортимент был поменьше. Да, да. Ну, да. Было, но, скажем, не так. Остановились мы, да, вот. Клавулярия папайя пришла, не до конца еще открылась, но как откроется вот этот кусок, будет прям красивые большие листы. Слоновье ухо радактис, это синулярии кудрявые, что тут еще? Ну, много-много различных грибов, повторюсь, красных, зеленых, разноцветных, синих, в общем-то, вот. Лобофитумы, ну, они у нас были в наличии, серенькие, вот как раз на них была объявлена акция, чуть-чуть осталось, совсем недорогой коралл, 2000 рублей. Скажи, стоит. А вот лобофитумы желтые бывают такие, с желтыми полипчиками? Бывает. Но они довольно бывает. Редкие, да? Они очень редкие, ну и ценник на них будет начинаться где-то от 8000 рублей. Ну, бывают. Дендрофилия вот тут вот спряталась, это прикольный мягкий коралл, но один из сложных считается. Да, вот, да, у меня когда-то был. Его нужно кормить, он постоянно капризничает. Ну и бывает, некоторые удивляются, пропадает. Ну, он растворяется, скажем. Да, я его, гибнет. Кстати, тоже когда-то покупал. И купил, думаю, мне объяснили, кстати, вот Иван мне объяснил. Ты его лучше не бери, его надо прям кормить. Я говорю, да ладно, я вот... Сам кинул, да, пускай он растет. Не, ну он 2 месяца у меня прожил. Ну, потом растворился из-за недостатка питания. Ну, верно. То есть самое главное, из-за чего гибнет коралл, это, конечно же, недостаток питания. Угу. Фосфат, нитраты или еще там какие показатели влияют на жизнедеятельность хороших коральчиков. Ну, зонтики тоже пока еще в таком закрытом состоянии. Понятно, ребятам нужно немного больше времени раскрыться. В целом, картина по поставке, ну, хорошая. Я думаю, что отхода не будет. Угу. То есть, если бы было, уже что-то показало. На самом деле, и вскрытие показало, что отхода нет. Ну, понаблюдаем, понаблюдаем. Но первая картинка, первое впечатление, что все неплохо. В этом аквариуме мы видим фраги акантострей. Ценник от них начинается от 3,5 до 5. Есть разные цвета, виды. Ну, скажем, вот эти ребята вот по 5000. Тут же из этой же шайки есть и по 3500. Маленькие. Также, ну, маленькие, да. Также, скажем, и здесь. Вот есть 3 рта, есть вон 6 ртов. Ну, понятно, что в этом и заключается разница в цене. Этот будет стоить 3000 рублей, вот через 2 штучки
тот уже 5000 рублей. Угу. Мы можем здесь найти и фрак одну голову, один рот, и по 2500, по 2. Ну, в общем, в ассортименте нафрагованная Контрастрея. Тут лужайка различных гониопор. Красные, зеленые, желтые. Ценник начинается от 4 и до 12. Ну, то есть в зависимости от той, какая понравится. Ну, скажем, вот эта мелкополипная альвеопора стоит прям совсем недорого. Недавно на нее объявлена акция. Стоит она 2500 рублей. Ну, и тут же есть, вот могу показать, вот альвеопора черная. Довольно редкая и большая голова. По прайсу она 26. Ух ты. Тут же есть гониопора черная, желто-зеленая, ну то есть такая двухцветная. Ценник у них одинаковый, вот двух кустов 26 тысяч рублей. Тут же есть и вот большие кусты гониопор. Ну тут их много, несколько, 10-15 тысяч рублей вот эти гониопоры стоят. Также в этой баночке расположены областомусы, Контрастреи уже камешком, то есть не нафрагованы, а камешком. Цена от 10 тысяч рублей за камень. Ну это прям колония уже. Это колония уже, да. Ну, соответственно, вот этот красная гониопора тоже стоит порядка 19 тысяч рублей. А вот эти вот? А вот эти фражки, ну, тоже мы готовы с ними расстаться там за 4-5 тысяч рублей, в зависимости от количества ртов. Тоже красивые. Ну, спасибо большое за консультацию, за цену. Мы всегда рады. Приезжай почаще в гости. Радуй, конечно, за своих подписчиков классным контентом. Будем стараться. Да. Спасибо. Мы ставим лайк. Ну так, ребят, сами все видели, что есть в наличии, по каким ценам. То есть красивый ассортимент, много кораллов. Ссылочку на магазин я, как обычно, оставлю в описании. Ну, контакты, адрес. Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Понравился ли вам обзор? Ну а мы с вами увидимся, как обычно, в следующем видеоролике. Всем пока! Ребятушки, что еще хотел сказать? В магазине я, естественно, снимал через желтую линзу, потому что если снимать без желтой линзы при синем спектре, мы ничего не увидим. Ну, по картинке вы и так, наверное, поняли, что снято через желтую линзу. И второй момент. Не жмотитесь на лайки. Видосы смотрите, а лайков мало ставите. Если видос наберет достаточное количество лайков, то поеду еще разочек, поснимаю про рыбу. Ну и заодно мне там надо кое-какую рыбку купить, чтобы у меня в дисплее аптайзию пожрала. Так вот, лойсы ставим, не жмотитесь. Все, всем пока.